Не снимай, не выкладывай. Не всегда могу выдавать какой-то движ, драйв там и все такое. Отвечу по музыке, что я слушаю. Какой интересный QR-код. Как я бросил тогда это все на пол, теперь собираю. Репа у нас сегодня. Самого табачника такой. Потому что перегной, потому что потом цветы растут, блядь. Потом так цветы. Не хочешь? Побарабанить? На чем? Седьмое октября. Мальчишки и девчонки. Сейчас все расскажу. Рассказывать-то, собственно, нечего. Загрустил я немножко, что не так смотрят, как раньше. Некоторые бложики просто проходят мимо. Понимаю, что не всегда могу выдавать какой-то движ, драйв там и все такое. Я немножко, как тебе сказать, ну не умею я, что ли, создавать вот эту движуху. То есть монтажом получается, да? Постоянную смену кадров. Вообще в моей жизни так называемый трэш, он, в принципе, как бы отсутствует. То есть я могу, конечно, я не знаю, нет, я не могу создавать такие ролики, допустим, длиной там 20 минут, где постоянно сменяются кадры, да. У меня нет столько тем, чтобы вот таким заниматься. Это просто лайв-канал, то есть бложек об моей жизни, как прошел мой день. Я не уверен, что это видео выйдет завтра. Я хочу сделать себе перерыв и хочу соскучиться по бложикам. Соскучиться по монтажу, и может быть тогда какое-то второе дыхание типа откроется, я надеюсь, и я начну монтировать как-то, как я начинал. Говорят, было интересней, то есть сначала, где было много какой-то информации, какие-то истории, в общем-то, сейчас не обладаю. То, что не обладаю, выгорел немножечко выгорел, то есть не могу подать столько информации, сколько надо. Отвечу по музыке, что я слушаю. Ты будешь смеяться, но я практически ничего не слушаю. У меня на флешке в машине музыка лежит, которую я закинул, ну, лет 5 назад, наверное. И я всегда слушаю ее. Одно и то же. То есть там у меня есть Джон Фрусианте с его альбома. То есть он пишет музыку, сам поет. То есть в его альбомах участвует Джош Клинхофер, кстати. Вот, что я еще слушаю? Гризли, что-то там, No Remorse, что-то такое, в общем. Ну, Земфиру старые альбомы, что-то из Pink Floyd'а, то есть постоянно одно и то же, ничего нового. Практически альбомами не слушаю ничего, выпиливаю только те песни, которые ложатся прям на ухо. Мне нравятся песни, где есть какая-то мелодия. Если мелодия есть, но она мне на ухо как-то не ложится, я эту песню не буду слушать. Мне даже, когда Славик что-то приносит, и я чувствую, что мне что-то не нравится, я всегда стараюсь сказать об этом, что мне не нравятся вот такие перепады, типа, и как бы... Но это бывает редко, но бывает. То есть мне нравится, когда мелодия не имеет каких-то неожиданных, нелепых каких-то вывертов. То есть когда все льется прям тебе в душу, заливается прям вот очень легко и просто. Поэтому я не слушаю никакой метал, никакой рэп, тем более. Рэп это вообще... Мне нравится, знаешь, какой рэп? Есть такой актер Уилл Смит. У него есть альбом очень древнючий, прям вообще древний очень. Я могу его слушать часами, то есть мне нравится, как он поет. Вот такой рэп мне нравится. Слухани на досуге, если захочешь. То есть такой рэп старперческий такой, знаешь. Не как сейчас там ауф и прочее дерьмо, то есть... Не могу такое слушать вообще. Мне Билли Айлиш очень нравится. Я слушаю все ее песни. Они мне прям залетают. Прям вообще заходят на ура. Что еще мне нравится? Когда-то давно, очень давно, я слушал Offspring. Причем сначала это было так. Что за говно вы слушаете? Мне сказали, неси кассету, мы тебе запишем. Я такой... Потом такой принес и куда-то ехал далеко, включил и сам для себя не заметил, как я начал подпевать, орать им. Вот это вот, то есть подмахать им башкой, там вот все такое, в общем. Прикольные старички, прикольно поют. Что еще? Обожаю Кузьмина. Кузьмина, да, Владимира Кузьмина. Сибирские морозы и так далее.
И был подписан на его канал, но потом там пошла какая-то дичь, я отписался, потому что очень редкий контент, и ну что-то мне не зашло. Он очень неживой, как бы такой, он весь уже такой, как будто инсульт пережил. Но когда берет гитару, все, просто сразу таешь, как мороженое. Он рассказывал, как он написал те же «Сибирские морозы», рассказывал про то, что там написана песня по законам поп-музыки, то есть там нет ни одной лишней интонации, чтобы была мимо, ни одной лишней ноты, чтобы была мимо. Все в цель, то есть все писалось для того, чтобы тебя зацепить. Понимаешь ты? Ну и зацепил, короче, мне очень нравится. Что еще я слушаю? Был период, когда я западал, прям западал. Я слушал на репите альбом Led Zeppelin, прям просто. Причем запись была не очень качественно сделана, но меня это вообще никак не отторгало, то есть наоборот даже. Мне нравилось. Нравится скрип педали, когда пружина скрипит, педаль там есть на записи прям скрип пружины. Ну вот такое. Что еще? Ну иногда что-нибудь нахожу, что-нибудь для себя интересное. Ну, короче, очень мало музыки я слушаю. На самом деле я этой музыкой уже как бы наелся, можно сказать. И бывает так, что я куда-то еду, и у меня магнитофон просто молчит, и мне говорят: что у тебя так тихо? А мне просто охота ехать в тишине, понимаешь, ничего не слушать. И сейчас, в основном, когда я еду домой или на работу, я слушаю радио «Маяк», представляешь себе? Там бывают очень интересные передачки. То есть я слушаю просто, как диктор рассказывает какие-нибудь факты, например. Но у меня пока все. Увидимся. Ну что, сегодняшний день закончен. Буду пилить бложики примерно раз или два раза в неделю, чтобы не переедать. И чтобы они успевали, чтобы все успевали посмотреть. Вот так. Поскольку многие просто не успевают за моим конвейером, как кто-то написал бложиков, в общем. До завтра. Заставки пропали с канала в связи с тем, что новый комп мне пришлось переустановить. Редактор, и соответственно старые заставки уже не едет, он их просто не видит, то есть я их кидаю, он их не видит, мне их надо восстановить. Я обещаю восстановить все эти прокладки, заставки межкадровые, то есть все, пока. Короче, прикинь, еще не все. Хотел поблагодарить тех людей, кто отозвался, кто оставил свой отзыв. Я ВКонтакте написал, сделал опрос, завязать с бложиками или нет. Естественно, этот опрос — это просто как бы крик души. На самом деле, я даже если бы мне там навтыкали: не веди бложек, все, закончи, это бы на меня вообще никак не повлияло. Это просто слабость ежесекундная, как бы, так сказать. С бложиками я завязывать, конечно же, не собираюсь. Но выпуск их я прорежу точно, потому что я выгораю. У меня пропадает какой-то интерес, понимаешь? Конечно, бложики, которые выходят каждый день, чтобы им набрать просмотры, у меня слишком мало подписчиков, чтобы набрать нормальное количество просмотров. Не для того, чтобы заработать деньги, а просто чтобы себя потешить, любимого. Допустим, я выкладывала раньше бложик в 6 или в 7 вечера, до 12 он набирал там 50 просмотров. Меня это радовало, честно скажу. Я понял, что если выкладывать 2 бложика в неделю, то они будут набирать это положенное количество просмотров, потому что будет существовать некий такой голод, да, то есть люди как бы ждут тут на, и они как бы смотрят, и у них есть время, чтобы посмотреть до следующего бложика, они все успевают. Но я не буду снимать, как я снимал раньше, то есть я снимал каждый день и кидал это все в отложку. Я буду снимать по чуть-чуть, могу давать себе выходной, потом опять снимать, но выкладывать буду 2 раза в неделю. Теперь всем пока, всем спасибо за обратную связь, увидимся. Слабысь и новый день, да? 8 октября, девчонки и мальчишки. Какой интересный QR-код. Прикольно. Последний урок, и валим на реп, на базу. Всем привет еще разок, я на базе. Собираю свои манатки, точнее, как я бросил тогда это все на пол, теперь собираю. Репа у нас сегодня, надо мне аккуратно все это уложить, настроить, чехлы уложить, в общем, занимаюсь. Собака на месте,
греюсь с помощью вот пушки такой. Вот, занимаюсь, короче. Че, я состроился. Подтянул немножко дом по просьбам. Все в сборе, даже не все, даже больше. На одного больше. Офигеть. Больше, чем все. Даже больше, чем все. Буду юзать сегодня. Вот он, рай. Раз, два, три, четыре. Раз, два. I'm a beauty, I'm a thing, I'm the one who does it. We're all
Yeah.
У самого табачника такой, прикинь. У табачника такой. Табачника? У табачника. Подтверждаешь? Подтверждаешь. В натуре. У табачника такой же, прикинь. Да, хуй с ним. Матушки в планете, природе. Да, потому что перегной, потому что потом цветы растут, да, блядь, как по весне. Снег. Ну потерпи, да, потерпи два месяца. Вот. Потерпи два месяца, потом так по цветы. Не хочешь? По барабанить? На чем? О, вот это да. Разрешил, маэстро. А я сегодня не барабанил нормально. Я сегодня. Ух ты! Маэстро. Так, есть. Хоть послушаю, как оно. Да, что-то так. Я выяснил, куда перевезли танки. Их перевезли в какой-то патриотический парк, который находится за рок-баром Гибсоном. Вот так. Такие дела. Так, у меня, собственно, все. Всем пока. Ложки будут выходить чуть реже, но зато будет побольше инфы. Побольше будут мелькать всякие там кадры. Я думаю, будет по концентрированию такой бложек. Но будет выходить как раньше, я думаю. Типа среда-суббота, скорее всего. И то в субботу, не знаю, смысл выпускать. Хотя вообще-то есть смысл. Ладно, мы на этом с вами прощаемся. Всем спасибо за комментарии, всем, кто посмотрел вложик. Большое спасибо. И пока. Увидимся.